Российский актер Леонид Ярмольник поддержал Андрея Макаревича. Готов сам покинуть партию «Гражданская платформа», если ее комитет исключит музыканта. Изгнать Макаревича из партии, созданной бизнесменом Михаилом Прохоровым, призывали несколько региональных отделений. Мол, критика Макаревича власти по украинскому вопросу негативно влияет на рейтинг партии. Я напомню, что сам Ярмольник в черном списке российских деятелей культуры, въезд которых в Украину нежелателен. Ведь он оправдывал аннексию Крыма и говорил, что Восточная Украина готова и даже хочет быть с Россией.